Варвара Сергеевна нас привезла в Экоранчо. Так они за этим, за забором. Идем на Экоранчо. С какой-то горы приехали, какой-то непонятный лес. В общем, наверное, будет здорово. Да. Ой, чуть не упал аккуратно. Дрожусь сначала. На меня лошадка. Страус нельзя. Смотри, страус. Страус, привет. Тебя зовут? Кто? Страус. Страус, Эму. А лошадей можно кормить, нет? А страусов нельзя, да? А что за случай? Какая разница? Он кого-то укусил, что ли? Нет, он сожрал все вот это вот. А, стакан проглотил? Нет. А что сделал? Да какая разница? Вот ну все живые остались. Здорово, лошадь. А как его кормить? Ну, наверное, надо на ладошки кидать. Папа, дай туда. Не, лучше положи на деревяшку. Я не буду. И она съест, там вон туда с бачка. Аккуратно. А с ладошки она возьмет? Ну, возьмет, только вот так надо аккуратно. Они вроде не кусают. Но у нее зубы какие, я боюсь. Я чистяк. А там внизу, смотри, еще какие-то эти цицарки или кто? А, нет, они... Съешь сейчас все тут. Что тебе дать? Давай я тебе дам. Вот это вот, вот сюда положу, давай. Вот, вот положу, вот. Да вот лежит у тебя. Пап, я лошадку хочу покормить. На, клади. Сюда и клади. О. Ой, упала. Отсюда. У меня мало осталось. Себе, что ли, запас? Давай капусту вот сюда. Оп. Мама, можно, если что, положи я еще за кормом сбегу? Он не достает. Он не достает. Давай, вот, давай капусту ему. Не-не-не-не-не-не-не. Хорошенькая. Красивый, пап. Дай мне капусточку. Сколько еще возьмем? А друг, сейчас. Ой, что? А там он кто-то был еще, да? А, да, был. Где? Вон казаны. На меня смотри. Экоранчо. Лошадь.
Давайте кормить. Давай, смотри. Дай орешек чуть-чуть. Кидай. Вот так. Кидай. Ой, как тебе. Кидай. Кидай. Голодный, туда вот, кидай побольше. Да кидай все. Я хочу еще же это. Аккуратно. Смотри, она какая коренастенькая. Идем в экспозицию амбарной мыши. Так как мы с вами ходом прибыли, у нас нет ни у кого, ни экскурсоводов, ничего, везде мы сами ходим. Вот, поэтому мы должны каким-то образом сами сюда попасть и спросить где-то что-то. Ты только, да, ты только держись, не упади. Тут все закрыто, надо где-то узнавать. Тут, наверное, не стучаться не получится. Пойдем. Но мы валенки посмотрим и лен, а потом спросим про амбарных мышей. Ты понимаешь, амбарная мышь, там же дети сидят, крутят вот это. Значит, они под теплоход делают. Какие дети? Ну, которые мышей изображают. А это не дети. Ну, взрослые даже. Ну, актеры, неважно. Мы же в музее мыши вчера были, там же тоже актеры их откуда-то пригласили, они переоделись, правильно? Они же не сидят там целый день. Живет у нас семья Ечкина, три поколения. Бабушка с дедушкой, мама с папой, маленькие детки. Бабушка с дедушкой сидят на заваленке. Дед играет на балалайке и поет шутушки. Я дробил дроби, валенки у гроду. Вот стою, любуюсь, во что переобуюсь. Ну, а бабушка ему в ответ про наш город. Невелик наш городок, на всю Россию слышен. А прославили его валенки, да? Не, подожди, мы еще не видим. Уже всех нашли. Так это не наша группа. Сереж, ты держи, пожалуйста. Она ушла. Куда она ушла? Иди смотри, ты. О, смотри, машина король. Слышь? Ариш, иди машину у короля смотри. Ты за ребенка смотришь? Нет. Ари, ты видела ванну эту шею? Да. Смотри, машина король. Кот только для мышей. Ари, кот. Угу. Мама, 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 мама,
Михаил Булгаков, теплоход причалил. Сейчас все сувениры скупит. Сейчас, как Варвара Сергеевна говорит, все сувениры скупит. Мамы, что мне купили? Не беги так сильно. О, может, сейчас амбарных мышей откроют? Пап, ну мы же сюда не входим. В смысле? Потому что там нельзя было платить. Мы к экскурсии пристроились. С Варварой мы в ночи пошли. В ночи пошли гулять. Стариковый склон. Красотища. Смотрите. Набережную сделали. Мышки не новые, обалденные. Несколько километров тянется. Там беседка. Может, до конца дойдем? Сейчас пойдем беседку. Посмотрим беседку, потом пойдем дальше. Куда дальше? Там еще, может, километров 5. Ну и что? Это полдня, может, здоровья. Идти. Огромная лестница в беседку. Ух ты, как красиво. И вечный огонь там. Вечерний Мышкин. Очень красиво.